Всем привет! Надо было мне снять видео о размножении винограда. В сети есть много видео о размножении, отводками, пасынками, прививками, черенками. Вот о черенках и хотел поговорить. То есть много наслушался я скептиков о том, что зачем эти заморочки в баночках вымачивать, в тряпочках сырых на шкафах, ждать, пока появится калус, корешочки. Отрезал, втыкнул, и все есть. И так сойдет? Да, можно и так. Процент, конечно, приживаемости намного меньше, чем это было бы непосредственно с бороздаванием черенков, проращивание тряпочкой по пузенкам или же на воде. Конечно, если у вас есть маточные косы, вы ничем не рискуете, можете дообрезать, как и я. Ранней весной дообрезал при укладке лозы, дообрезал прошлогоднюю лозу и втыкивал. Кадрянка к кадрянке, кормоход к кормоходу, лора к лоре. Правда, вот у лоры, о чем я и говорил, процент приживаемости намного меньше. Вот у лоры, как видно, ни один череночек не прижился. Возможно, из-за того, что я мульчировал пирсой, из-за пирсы, а возможно и по другим причинам, что подмерзли краешки лозы. Краешки лозы я, конечно, брал для подобных целей. Ну, кадрянка, как показала, вот два череночка, вот один и вот второй показали эффективный рост. В принципе, видео, конечно, небольшое, но, как видно, можно и так выращивать, размножать сорта, которые есть у вас, и не рискуя потерять основной маточный куст. Ну, всем пока!